В 2019 году в России началась реализация проекта «Национального культура». В данный проект, в структуру данного проекта входят три федеральных проекта: «Доступная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». И в рамках проекта «Цифровая культура» в 2023 году в наш музей поступило оборудование «Оцифровщик» для фондов. Мы долго ждали этого события, и вот он у нас. Мы приступили к работе, сотрудники наши прошли обучение и теперь оцифровывают фонды. Начали с самых старых, так сказать, фондовых экземплярах. Это у нас есть альбом, фотоальбом 1936 года. На данный момент идет его оцифровка, потому что так как уже фотографии устарели, где-то рассыпаются страницы. В августе мы ждем поступления сенсорных киосков, к которым будет подключен виртуальный русский музей. Но об этом уже будет более подробно, когда придут киоски, когда мы все настроим и покажем. Мы сейчас сканируем фотографии, фотоальбомы в основном. Можно сканировать и книги, и документы, и вообще как бы он применяется и в поликлиниках, и в банках, и в библиотеках, и в музеях, и в архивах. Ну, для нас это очень удобно. Возрастает скорость, ну и качество фотографий больше, чем на обычном сканере, выше.